Еще раз приветствую всех. Решил, как говорится, финишировать этот вопрос с термоусадками. Вот все, что у меня осталось пока. Вот это в 3, наверное, или в 3,5 раза меньше, чем покупалось. Вот к чему, значит, финишное видео. Вот я решил еще плюс к тому, что сделать ручки на инструмент, немножечко, так сказать, упорядочить все. Вот, в частности, допустим, вот здесь у меня по низу вот идут ручки, это будут желтые. Вот, из того, что я как бы работаю, уже отличия есть. Вот. Так, поехали дальше. Значит, вот этот ряд, вот в этом месте, у меня получились ручки бело-желтые. Наверху ручки зелено-желтые. Ну, вот эта вот ручечка, так сказать, это из-за того, что мне не хватило. Я каким-нибудь другим цветом это сделаю. В принципе, можно и черным. Просто у меня закончилась термоизоляция эта. Вот, также вот продолжается ряд здесь поверху, которые крючки идут у меня. Они желто-зеленые ручки. Второй ярус там будет какого-то другого цвета. Здесь эти крючки, допустим, вот сейчас черные. Может, они черными и останутся. Вот, здесь, который инструмент у меня. Ну, я эти не имею в виду. Хотя, в принципе, тоже термоусадка, если появится у меня такого цвета и такого размера. Это все можно будет сделать. Здесь вот идут красненькие, здесь синие. Как бы уже меньше будет путаницы. Почему? Потому что уже как бы это все упорядочивается. Поэтому вот этот ряд у меня, как говорится, ярус идет. Ручки бело-желтые, ну и так далее. То есть принцип такой, что уже путаницы будет, как говорится, меньше. Потому что, когда берешь инструмент, думаешь о том, что его надо положить на место. А так уже как бы будет ясно и понятно. Опять же, вот здесь такой инструмент. Здесь понятно, вот такой инструмент, Т-образки тут, вот этот с этими не попутаешь и по цветам, и по форме ручки. Поэтому я вот раньше как раз на эту тему у меня и были заморочки, что надо развесить инструмент, чтобы у каждого инструмента было свое место. Ну и вот таким образом, вот допустим, красные, тут синие, допустим, снизу вот они желтые. Здесь желто-белые, допустим, черные и желто-зеленые. Уже как бы все это более-менее упорядочивает. Вот. Здесь ручки тоже, вот я еще пока не определился. У меня просто вот эти вот нечем. Вполне возможно, что, допустим, вот эти ручки есть смысл сделать там красными. Вот они будут. Красными ручками у меня здесь посередине. Эти тоже как бы уже не попутаешь, тут инструмент заводского исполнения. Вот, и вот таким образом, еще помимо того, что получились ручки, значит, и как-то это все упорядочивается. Здесь я тоже не попутаю, вот в двух у меня таких импровизированных баночках. Здесь длинные крючки, ну, ковырялки я их называю. Здесь эти, ну, для разнообразия есть смысл их как бы разноцветными сделать. Тут никакая классификация не нужна. Вот в этой банке короткие ковырялки. В этой из-под растворителя бутылочки чуть подлиннее, как бы. И вот благодаря этому, как говорится, еще один плюс. То, что инструмент как бы становится помеченным, и уже его на свое место гораздо проще поставить. Ну вот, собственно, и, наверное, с этим делом финиш. Уже больше, как говорится, нечего говорить, нечего рассказывать, нечем делиться в этом вопросе.
Ну вот так вот получилось.